Площадь очень большая, там дискотека даже. Кафе китайца, запоминайте. Здесь всегда очередь. Так, дорогие мои, мы зашли после путешествия нашего вот в такое кафе. Советую, кто будет в Витязево, обязательно зайдите. Китайка называется. Здесь, короче, мясо на кости 47 рублей 100 грамм. Овощи 47 рублей 100 грамм. Просто филе, когда если будете брать, вот как Милана у нас взяла на шашлык филе, 90 рублей 100 грамм. Ей три кусочка, это прям, я не знаю, дай бог она съест. Кирюша взял побольше себе. Вот столько ши, соусы. Очень вкусно, советую. Самое главное, что мне здесь нравится, это мясо. Не поверите, здесь я наелась шашлыка вдоволь. И красиво здесь есть фонтанчик. Короче, видите, мясо только здесь. Видите, сего ресторан «Китайка». Ресторан, бар в позитивных нотах, как мне тут понравилось. Здесь вот, не знаю, бар, ресторан «Китайка». Очень мне понравилось блюдо здесь. Здесь вкусное мясо. Очень тут понравилось. Я вам сейчас расскажу. Мясо на кости стоит 47 рублей 100 грамм. Мясо без кости 90 рублей 100 грамм. Мы сюда заходим. Овощи 47 рублей 100 грамм. И, конечно, тут же есть морепродукты. Морепродукты я цен не знаю, мы еще не брали, еще не дошли до них. Очень хорошо, очень красиво. Сейчас я вам покажу дискотека. Здесь очень много народу. И красиво все, и вкусно. Я не знаю, тут и узбекская кухня рядом. Там, в той стороне, узбекская кухня, кубанские вина. Шашлык. Первое, второе здесь и обедать. Пообедать можно. Там здесь днем можно покушать. Здесь тоже есть блюда. Обеды. Первые, вторые блюда. Ну, насчет первых, вторых блюд, я не знаю. Рыба, салаты, десерты. Все тут имеется. Но самое главное, я думаю, что узбекская кухня мне, я заказывала сегодня там даже пиццу пепперони для меня сделали, хотя у них не было в наличии, но для меня сделали, потому что у меня ребенок ест только пиццу пепперони. Вот такие вот истории. Это плюс, здесь есть плюсы. Здесь, может быть, еще есть какие-то плюсы, но для меня вот плюс, что можно наесться шашлыка вдоволь. 47 рублей 100 грамм, это сообщение деньги. Я так думаю. 90 рублей мякоть. А мякоть там получается либо курица, крылышки, это тоже получается мясо на кости. Оно стоит 47 рублей. Крылышки, ну, шампура большие. Короче, вы меня поняли.